пошел! Отставить! Это у нас так. Перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Здравия желаю! Здравия желаю! Вольно! Вижу, жизнь бьет ключом! Так точно! Товарищ Москвин проводит смотр! Опа! Сам генсек! Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно! Товарищ генерал тоже прибыл! Ну, повезло! Как все закрутилось! Слушай, Артем, ты парень умный, должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста, ты много знаешь, и я советую тебе не темнить. И я тебе помогу! Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры! Один за всех и все за одного! А вот у товарища из ордена девиз другой, все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жив. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовились. У нас сила. Спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже дни. Рейнджер, его знаете? Так точно. Это Артем, доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6, и потом он отличился во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Доставьте товарища в переговорную. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты Черные представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числа, разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. На! Сюда. Молчишь? Получай, тварь! Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Лёня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш! Власти без крови не бывает! Бывает! Твой брат правил без крови, и его до сих пор стоять! Любят! А стоять, я сказал! Вы... делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей! Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все расскажете.
Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Ну, удачи. Наконец-то. Садись, Числав, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь же, я и политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права? Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом и после его безвременной кончины, Кинсек... Вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Числав, да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Козел. Допрыгаешься еще. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь. Потом катакомбы. Зайти в спину. Тогда, возможно, с основного направления и не встретят сопротивление. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена.
В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну, удачи, орлы. Служу красной линии! Значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Козёл. Допрыгаешься еще. Лобовой удар не имеет шансов. Если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления не встретят сопротивление. Потом зачистка. Смирно! Товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал.
Ну, удачи, орлы. Служу красной линии!